Всем привет, дорогие друзья! Ну что, пришло время вам рассказать, что нашли очевидцы за этот необычный год. Множество объектов было замечено в горах, в снежных горах. По всему миру мы стали замечать необычное. Но что самое страшное, НЛО в 2021 году самые были агрессивные. Есть факты, есть множество историй, которые подтверждают о том, что НЛО это не часть другой эпохи, а новая, необычная раса, которая сюда прилетела. Давайте мы с вами разберемся по множеству необычными тайнами. Вот сами, как вы думаете, существуют неопознанные летающие объекты или нет? Под комментарии вы можете дать свое пояснение, если вам интересно, оставить свою интересную историю или просто-напросто прислать мне свои видеозаписи или хотя бы фото, чтобы я мог опубликовать вам на весь свет. Но что на самом деле скрывается в этих необычных горах? Очень давным-давно, еще в 1867 году, группа ученых нашли на Эльбрусе необычное движение. Пещера, которая была засыпана снегом, там же находились необычные НЛО. Тогда же люди не знали про НЛО ничего. Но суть в том, что множество скрывают там же. Что на самом деле есть там? Давайте мы с вами, дорогие друзья, поймем. Множество туннелей в горах спрятаны. Зачем их прячут? Там никто объяснить не может. Но военные людей охраняют эти необычные места. В Бразилии и даже в Канаде в горах было замечено необычное движение объектов. Эти кадры, которые вы наблюдаете, были сделаны во Франции. Удивительно. Но когда пролетал НЛО, резко с правой стороны, то что вы наблюдаете, лавина появилась. Но что на самом деле можно взять от необычных объектов? Все очень просто. Множество объектов защищают нашу планету от вне чужих, можно сказать, расовых военных конфликтов. Много на МКС были замечены странные объекты, которые другие объекты их отгоняли. Не так давно в США там же были замечены необычные объекты, которые просто-напросто, можно сказать, воевали НЛО против НЛО. Здесь очень все странно. Людей обманывают по многим причинам, чтобы они не знали правду. Кто-то вообще говорит, что НЛО распыляет необычные газы. Кто-то утверждает, что НЛО это враждебные пришельцы. Но множество очевидцев, которые прожили множество лет и оставили дневники записи, и даже ученые были шокированы, когда нашли одну запись, и в этой записи был целенаправленный контакт девушки с пришельцем. Удивительно, но пришелец забрал ее в другой или в другую страну. Что самое интересное, она в дневник оставила подсказку людям, как с ними общаться и как наладить контакт. Удивительно, но ФБР забрали этот дневник, и этот дневник просто-напросто изучали на протяжении нескольких лет. Но что, дорогие друзья, вообще происходит? По всему миру мы видим и наблюдаем за необычными объектами. Как это вообще происходит и почему люди верят в исходную позицию? Очень странно, но много чего странного происходит у нас. Сейчас мы видим необычный НЛО, но потом, скорее всего, изменится что-то другое. Как вы думаете, происходящее, которое сейчас происходит, оно неизбежно или все-таки что-то здесь не то? Конечно, множество людей считают пришельцами друзей, но в это нету правдивости. Почему много очевидцев считает, НЛО влияет на человека очень опасно? Были множество необычных кадров, которые НЛО прям издавало необычные помехи в голове людей. Звуки необычные и даже звон, который длился около 2 недель. НЛО может отметить человека и даже потом прилетать через несколько десяток лет. Такой случай уже был, когда никому нигде не поверили люди, когда парень в Мексике рассказал, что он сделал контакт с пришельцами. Его посчитали больным на голову и отправили его в психбольницу. Но что на самом деле через несколько лет НЛО прилетело за этим парнем? И его
забрала. Тогда же очевидцы и врачи, и даже медсестры были в шоке, что он говорил правду, что они за ним прилетят. Но никто не верил. Куда НЛО забирают людей и для чего это все делается? Отметка у людей всегда будет. НЛО оставляет отметку то на спине, то на руке. А как вы думаете, что за этот кадр? Тогда же люди думали, что это необычная лавина. Но посмотрите теперь самое интересное. Очевидцы, которые стояли здесь, увидели необычный объект, который скрылся в этом необычном снежном тумане. Потом резко этот туман пошел на них. Вообще считают, что это лавина, но так оно и на самом деле есть. Лавина появилась. Но что на самом деле появилось потом? Яркий розовый свет. Очевидцы тогда же были шокированы, что НЛО или рухнул, или просто-напросто упал в этих местах, когда люди ждали что-то или смотрели. Посмотрите внимательно, что происходит. Люди просто отбегают от этого места, исходя из ситуации, что-то здесь сейчас произойдет. Потом появляется необычная странная вспышка розового цвета. Посмотрите, сейчас как появится. Никто не верил, что в этих моментах есть что-то странного. Но здесь много чего странного. Люди снимают, веселятся, они не думают, что сейчас что-то случится. Но на самом деле они все погибли. Посмотрите, видите, розовая вспышка. Как вы думаете, что за объект мог упасть и почему все они погибли? Они погибли не от снега, а то, что у них отказало сердце. Всех семерых. Очень странно все происходит, но думайте сами, дорогие зрители, что происходит. Очевидцы видят одно, но на самом деле это другое.